have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И да, сегодня мы с вами опять здесь, в Импостор. Не знаю почему, но это хочется произносить именно таким голосом. Будем выживать или убивать? Не знаю, убивать у меня еще ни разу не получалось. Так быстро. Офигеть, вот это совпадение-то, а? Так, для протокола, я еще ни разу не был импостером ни в Роблоксе, ни в настоящем Among Us, поэтому... Ну ничего, все ФКшники. Блин. Делаю вид, как будто чиню. Делаю чиню, как будто вид. Да, делаю чиню, как будто вид. Так, ну хорошо. Убить F. А тебя я могу убить, нет? Нет, не можешь. Нет, не можешь, понятно. Привет. Привет, привет. Вот это, кстати, совпадение века просто, прикинь. Что нас обоих закинули на импостеров. Это вот... В смысле? Какой emergency meeting? Вы о чем? Фиолетовый. Выкидываем фиолетового? Хорошо, давай. Ты кого-то убивал? Нет. Я тоже никого не убивал. Я пропущу голосование. Что-то там... А, блин, чат же есть. Чат есть, я забыл, что чат есть. Можно сделать чат прям как в Among Us. Нажми на синюю. Да, все, я понял. Блин, а хорошо, что они это продумали. Я не помню, была раньше такая фигня или нет. Вот скип. Crazy говорит, нам мне нужно вам кое-что сказать. Ну, люди поскипали голосование, не? Ну, еще двое, короче, остались. Crazy остался и... А, ну вот, Тей, не знаю, тоже проголосовал сейчас. Что нам скажет Crazy? Надо было за него голосовать. Не. Почему? Мы же на как... Выкинуть его к черту! Мы же на... Какая разница, как ты убиваешь людей? Если мы его выкинем... то за нас могут проголосовать, потому что мы можем быть импостерами. А, вон смотри, сколько народу скипнуло. Все скипнули практически. Да, круто. Никто не выбран, все скипнули. Все, хорошо. Синий голосует без причины. Голос без причины? Признак дурачины. Да. Офига ли у меня карта-то открыла? А, таб это карта. Слушай, может подождать там и сломать что-нибудь, а? Ну пойдем сломим что-нибудь, сломим. Не забудь про то, что если хочешь закрыть какого-то чувака, то вот. Можно нажать на закрыть двери и все. Да, знаю. Выбрать какую-то дверь, чтобы закрыть. Так. Сканирование себя самого же. Я убил одного, убил. Ла-ра-да-да-да. А как мне саботировать что-то? Во. Я что-то саботировал, нет? В общем-то, нажми на какую-то из красных кнопок, если ты хочешь что-то починить. Починить? А, то есть поломать. Да, вот. Ой, блин, я слишком близко оказался к этому кислороду. Роду кислым. Так, я могу ходить по вентиляциям, но лучше этого не делать, естественно. Двух чуваков убил, круто. Тело найдено! А, ты Crazy убил? Я хочу кого-то убить, а они постоянно... Молли нашла тело. Так, чат, не забываем чат открывать. Где тело? О! Да, вот ты сейчас еще громче кричи. Знаешь, что... On the start punt. А где? Blue sus. Синий подозрительный. Синий подозрительный. Он случайно голосует. Не, я, блин, сверну лучше, чтобы видеть этих. Я голосую за Blue. Я тоже за Blue.
Давайте тоже за Блу проголосуем. Молодцы. За меня никто не проголосовал. За меня никто не проголосовал. Как же напряженно было. До свидания, чувак. Непонятно, кто за кого голосует. Так, сколько осталось? Осталось 3 человека живых? Я не знаю. Ну, нас было 8. 2 убили, 1 выкинули. Нас 2. Четверо. 3 человека живых осталось. Ты что, один с тобой побежал и 2 здесь? Там серый еще. Белого убей. Нет, мне еще. Я не могу его убить. У меня тут таймер. Я не могу. 10 секунд. Да. Пойду пока делать вид, как будто я сижу в камерах. Ладно. Так. Нет, ну реально, 3 человека осталось. Сейчас я одного убиваю, ты одного убиваешь. О, а что ты заперся-то? Какого фига ты заперся? В смысле скан? Где ты? Кис-кис-кис. Там на склоне АФК же есть. Может, убить так он, АФК? Так он АФК, его найдут. Я серого убил. Мы выиграли. Минуточку, а как выиграли? А кто ты? Их же 3 было. Когда ты вот когда вас 3, ты убиваешь одного человека, и никто не успевает заподозрить, кто из вас кто, то автоматически вы выигрываете. А, то есть остался один человек, который явно не сможет проголосовать. Да, я понял. Ну все, все. Блин, первый раз играли за этого, за убийцу, за импостера и выиграли. Прикольно, прикольно, прикольно. Я голосую за новую карту. Это вулкан. Ну давай. Вообще, хотя тут должен появиться сканер медосек в этой контейнмент. Это интересно звучит. Я думал, тут сканер, который, он типа, выявляет... Оу, так, ладно. Ладно, поехали. Кто же? Хо-хо-хо. Карта? Да, можно на таб карту вызывать. Так, нужно идти ровно по медичке. Так, это получается мне сюда. Так, тут вроде как что-то можно... Сканер, привет! Блин. Блин, чувак, уйди от меня. Уйди от меня, кыш. Я никому не доверяю. Это игра, в которой никому нельзя доверять. Блин! Розовый! Фламинго! Это ты розовый? Нет, я оранжевый. Ты оранжевый? Да, я в медосеке только что был. Минуточку, у нас цвета не меняются? Меняются. Нет. Что нет? Они не меняются. А, так. Уйди, уйди! Не преследуй меня. Блин, а что мне тут сделать надо в этом задании? А, тут нужно каждый проводок в самый верх подкинуть. Блин, розовый! Офигеть, как они быстро победили. А почему так быстро-то? Это потому, что они каждый раз дождались, они вдвоем убили по 2 человека. Или один убил 2 человека, а другой одного. Так, погоди, нас изначально 8. То есть 6 членов экипажа. 2 импостера, 6 членов экипажа. Они должны убить 4 человека, чтобы победить, так? Значит, они, наверное, убили вдвоем по 2 человека. Они, то есть... Их трупы никто не заметил, они дождались еще одного убийства и сделали киллы. Ладно. Наверное, кто-то из них сделал гораздо больше киллов. Ладно, ладно, поехали. Блин, как же круто, у меня питомцы есть. Ну, это питомец, это не питомец, это... Так, ладно, ладно, поехали. Да, я вижу, цвета у нас не меняются, мы остаемся зелеными и оранжевыми. Окей, да. Это, по крайней мере, мы теперь не будем путаться.
Да блин, эта надпись постоянно мешает, я забываю ее закрыть. Розовый! Опять! Какого фига? Чувак, а как может быть импостер дважды один и тот же? Не знаю. Так, ну зато теперь я могу вот так вот передвигаться. Так. Раз, два, три, четыре. Вот. Я не знал, кстати, как это задание выполняется, так что поэтому я в прошлый раз тупил. Так, тут прям видно то, канистру. Что у зеленого нету пульса. Ну да, смотри, розовый убивец, кто-то еще. Я. Ты. Понятно. Я. Понятно. Ты все равно умер. Подох. Блин, я в реальном мире открываю. Никто не видел меня. Все. Круто. Task complete. Я сейчас завершу все свои задания. 253. Ого. Я почему через это я летать не могу? Через все могу летать, а через пропасть не могу. Тело найдено! Блин, мне одно задание осталось, а? Что и ты? Носом нюхаешь цветы? Так, где? Да! Где кто? Где кто? Кто был там? Блин, с такими голосованиями вы ни до чего не дойдете. Вы сейчас 40 минут, 40 секунд будете просто выяснять, кто. Очень неподозрительно. Кто это? Никто! Это не я! Я совсем не подозрительный! Там сказали, кто там был, я такой, никто! Don't be suspicious, don't be suspicious! Так, а кто у нас там второй? Малет? Молли, Молли, да. Да? Ну нет, нет, никто никого никуда не прог... Вон, синий догадался, кстати. Да. Ты остался один. Розового выкинули. Не круто. Я не могу двигаться! Я не могу двигаться! Не двигайся. Вот и не двигайся. Спасите! Все, я выполнил все свои задания. Все, я смог двигаться. А почему розовый у нас тоже призрак, если он был импостером? Как он может быть теперь призраком? В общем-то, такой баг есть. Я не знаю, может ли он ломать саботажи. Не может. Призрак. Так, ну блин, ну я выполнил все свои задания. Вы что, ребят, ну, это, делайте что-нибудь. Меня никто не... Стоп, погоди, это не я чинил. Стоп, это не я ломал. Как такое? Розовый может это делать. Из-за того, что он был импостером, мы его выкинули, он может ломать, это такой баг. Да какой нафиг баг? Я же как я не могу это починить как призрак. Как он это как призрак может ломать? Что за... Вот это баг, понимаешь? Баг, багулина. Я могу ползать призраком, летать и ползать. Ну, когда призрак, я летаю и могу ползать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так. Самое такое подозрительное, надо ждать возле света. Думаю, никто из них не понял, потому что я приближаюсь именно к самому свету. Никто же не понял. Они что поняли? Иди на свет. Так, погоди. Ну погоди, это же электричество, это не жизненно важный орган. Люди потихонечку вон чинят корабль, я смотрю. Люди молодцы. Сережа молодец. Та-та-там-там-та-ра-дам. Так, хорошо, 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 хорошо. Давайте посмотрим. Надо только одни камеры поискать и все. Блин, в темноте летать не очень уютно. Ну, вообще неудобно просто, не видно нифига.
Ну почините свет кто-нибудь. Нет коммуникации сейчас, это получается, если я хочу уйти к охране, не знаю что, да? Почему я чужие таски не могу делать? Так, 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 так. Вот, электрическая проблема, там, медический, крипто... О, электричество починили, наконец-то. Ладно, ладно. Что-то в этот раз прямо импостеры побеждают и побеждают. Уже сколько? Это два потому, раза. Потому что я был импостером. Как-как-как? Они тогда выиграли, потому что они убили двух человек сразу. Вдвоем. А я станцию хочу, блин, ребят, вы что, я станцию хочу. Станцию хочешь? Ну давай проголосуй за станцию тоже. Уже два голоса. Станция против вулкана. Станция на вулкане. Так, давай-ка мы немножечко свет подубавим, а то слишком светло. Если что, не в игре, а вот прямо у нас тут в реальном мире. Ладно, станцию никто не хочет. Ладно, ладно, ладно. Поехали на вулкан. Поехали на вулкан, подорвем чей-то пукан. Итак, кто же это будет теперь? Пока 3-1, вроде как 3-1. Так, вот самое отсюда. Главное, с самого начала не чините очень долгие задания. Потому что, когда ты чинишь долгие задания, тебя могут быстро убить. Они задания все, в принципе, относительно одно и то же время занимают. Блин, я сейчас смотрю на моего питомца, это убийца с мачете, я такой, а, за мной убийца гонится. Это знаешь, когда... А чё ты тут стоишь, чувак? Когда чувак открывает дверь... Да не бегай ты за мной! Блин, он за мной бегает. Блин! Опять свет нужно починить. Ну что ж такое? За мной серый бегает. Я не знаю, он убивец, не убивец. Так находи, срочно иди в кнопку, срочно иди в кафетерий. Нажми на кнопку и скажи то, что тебя преследует серый. Он подозрительный. Блин, он до сих пор продолжает тебя преследовать. Слушай, нет, теперь я его преследую. Он убийца! Он усыпил мою бдительность, зараза ты мелкая! Он усыпил мою бдительность, типа такой... Серый, 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 серый! Скажи, в электрике... Двое против тебя, кстати, ты настроил против себя людей, потому что они думают, что, возможно, ты... Это красный. Импостер. Если двое, да, серого выкинули. Именно двое проголосовали за меня, это означает, что красный — это их тиммейт. Почему? Получается, ну, красный хочет, он же всегда, он же, по сути, тиммейт. Вот. Почему? А он может притвориться, что нет, понимаешь? Красный сейчас преследует меня. Блин. Он преследовал меня, понял? Да, он преследует меня. Серый меня обдурил. Я думал, что он меня преследует, посмотри, потом... Кто меня преследует? Можешь посмотреть? Я это сейчас таски делаю, погоди. Мне нужна помощь. Привет. Привет. Я за тобой. Ты меня видишь, нет? Я тебя не вижу, потому что... Я прям за тобой, давай. Так, тут есть еще одна, которую сложить надо. Мне неспокойно. Тут слишком мало людей осталось. Мне не круто. Так, ты где, ты где, ты где? Я иду к электричеству. Там, где лампа. Давай, чеши. Я прям, я вот сейчас тоже здесь буду возле электричества. Так, где ты? Я тебя не вижу. Я уже зашел в саму комнату. Тут сидит, тут фиолетовый и белый. Фиолетовый и белый. Так, 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 так. Фиолетовый и белый. Начинает меня понемножку преследовать. И еще я за тобой гонюсь. Так, я пошел сделать тут еще парочку заданий.
Это точно не фейри, это вы и не черные, они вдвоем. Они закинились. Они квиты. Это означает, то, что я очень сильно подозреваю красных. Так, смотри, смотри, смотри. Все свои задания я уже выполнил. Я вон сейчас я вижу помню. Белого. Так, я сейчас в кафетерии. Белый в криоинженерной мастерской. Но красный и белый. Стоп, я вижу красного и вижу белого. Кого ты из них подозреваешь? Красного. Красный лагает. Красный лагает. Но это просто один из тех людей, который взял, проголосовал за меня без причины. Так, белый делает задание. Белый делает задание. Красный бежит к нему. Именно к нему, а не к заданию. Я все равно как раз хотел нажать кнопку, это не вычтет от учительства. Я уже прям бежал к ней. Ты думаешь, что это красный? Да. Блин, я не уверен на самом деле до конца. Я не уверен, что это красный. Ах, блин. Я могу голосовать? Нет. Нет, нет, понятно. Ну, это правильно. А, чувак говорит, это не подозрительно, что он против тебя проголосовал, это просто угадывание. То есть он... Ну, это реально, это не подозрительно. А, ну, типа такие красные, красные, давайте красного. Я до сих пор не уверен, что красный убийца, потому что ну, он какой-то лаганный, и может быть просто у него игра так... Ну, блин, а может быть и да, я не знаю, вот тут я не могу точно сказать. У черного был только один вариант. Так, а тут уже я начинаю подозревать... Хотя не, белый это не подозрительно. Белый только что делал таск при мне, я его видел. Хотя он мог делать вид, что он делает таск. Тут, ну, тут никого нельзя. Я пошел за белым, посмотрю. Если он придет в то же самое место, вот это означает, что он не доделал таск. Почему? Он может просто выбрать другой таск. Может быть. Вот он сейчас делает таск. Ну, или он слишком мне... долго его делает. Почему? А, все нет, нормально. Это... Да, это нормально. Так, белый точно не подозрительный, белый точно. Так, насчет точно ты никогда не можешь сказать. Ну, я так думаю. И здесь он таск делает. Нет, ну он делает таски вроде, все нормально, он делает задание. Красный и фиолетовый вместе. Они вместе. Черный. Красный, кстати, АФКшит. Красный АФКшит. Черный. Надо пойти посмотреть на пульсах. Откуда мне знать, кто умер, кто я нет. Сейчас посмотрю за черным, что он делает. Давай, чувак, я присматриваю за тобой. Он не делает задания, кстати. Ненавижу это задание. Какое? А, фух, все, ровно, ровно. Блин. Так. Кто-то сделал саботаж, это был не черный. Фиолетовый, он только один стоит, он не хочет пойти и починить. Стоп! Он очень подозрительный. Белый хотел нажать на кнопку, черного я видел, красный... Черный бежит к вам. Так. Ты починил тут, нет? Я починил уже. Он, чувак стоит, продолжает чинить. Это потому, что он не может. Почему? Да, красный уже не АФК. Тут никто не починил! Я починил. Но у меня оно выскакивает, как будто никто не чинит. Вон красный рядом с тобой. С другой... Все, я починил. А, черный, красный. Блин, вот это интрига, кто же? То есть вроде как красный, но я вообще ни разу не уверен, что это красный. Белый, черный и красный. Кто же из вас, ребят? Так, все мои таски выполнены, я пойду в камеры. Все твои таксы выполнены. А, еще и фиолетовый. Так, кстати, черный, белый, красный, фиолетовый. 4 чувака живых осталось. Ну и ты, конечно, но тебя мы не... Я 5-й. Да, но ты же вроде не импостер. Не импостер.
Вот красный мог тебя сейчас спокойно убить, если бы он был импостером. Он вышел. Да. Пошел. Так, это уже... Но он очень лаганный, я не знаю, что с ним не так. Никто еще не умер. У всех пульс живой. Я через камеру смотрю, на пятой камере. Так. Красный тусуется возле медички. Белый только что сейчас с генераторной. Черный что-то непонятное делает, я не знаю. Или у него тоже таски закончились. У кого-то не закончились таски, иначе бы вы выжили бы. Таски у меня закончились. У меня тоже. Ты не считаешься, ты призрак. Но я тоже должен был делать свои задания. Черный тусуется возле красного. Красный я вижу, от него вижу. Отошел. Наверное, он боится, что это может быть импостер. Так вот. Я слежу за черным пока. Кто-то убил белого. Только... Это был не... Это... Стой, фиолетовый? А фиолетовый был живой? Был. Кнопка не работает! Кто? Так, стоп. Нет, нет, это был розовый. Фиолетовый живой. Кто-то убил белого. Это был фиолетовый, нет? Я не знаю. Я просто... Но я видел черного, я видел красного. И они вроде как никого не убивали. А фиолетового я не видел. Ну, двое за фиолетового. Если это он, его сейчас выкинут. Да, 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 это был да, фиолетовый. Фу. Что я вовремя нажал на кнопку. Напряженка. Знаешь, это потому, что я просто посмотрел на камеры и увидел то, что у белого нету пульса. Угу. И да, и то, что я видел красного и видел черного, и они были не при делах. Мы красного зря подозревали. Ладно, ребятушки, в общем, вот такие сегодня получились побегушки. Было, по-моему, очень напряженно, очень прикольно, классно. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. А на этом у нас все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.